остановка улица Буянова. В автобусе произносят Уянова. Становится понятно, что это не голос человека записанный, а именно компьютерный вариант. У него не получается воспроизвести Буянова вместе с буквой «Б». Получается очень смешно. Улица Никитинская. Магазин «Пятерочка» и «Почта России». Вот он, ЖД вокзал. По-старому написано бывшее название Самары-Куйбышев. Куйбышевская железная дорога. Отделение профпригодности номер 1.